Эй, всем привет, любители визуальных новелл не только. С вами Никетсуба какая-то. Я дальше продолжаю проходить игру под названием Winter Witch U. И сейчас мы идем за ингредиентами для тортика. Мы будем готовить тортик. И на дворе 26... Нет, не января. 26 декабря, лучше сказать. Я не верю, на самом деле, что в Японии Новый год отмечают после... Ну, как бы... После месяца оригинального Нового года, так скажем, который отмечает и в Европе, и в США, и у нас, естественно. Ну, мы в Европе, ладно. Но чтоб Японию отмечали в конце января, это вряд ли, это ошибочка, мне кажется. Итак, вечерние прогулки всегда так расслабляют. Неудивительно, что Мюке так хотелось пройтись после ужина. Ну не надо, если честно, она еще не выздоровела. К тому же праздничная атмосфера вокруг помогает отогнать все мысли. А ведь раньше Новый год улица не так сильно, не так сильно не... Подождите. Сейчас еще раз читаю все. Кстати, я не люблю, когда написано вот это вот не, блядь. Но как вообще, по факту, если, чтобы понять, как написано, просто уберите не. Ну просто меня это сбивает, не знаю, как вас. А ведь раньше на Новый год улицы не так сильно не украшали. Максимум елочка где-нибудь на центральной площади. Не так сильно украшали, наверное, все-таки написать нужно было, потому что не тут лишнее. Максимум елочка где-нибудь на центральной площади. Зря Юми переживала, что в Канадзаве будет не так ярко, как в Токио. Да нормально тут. А, Канадзава, вот, надо запомнить. А то я город уже подзабыл. О, легка на памяти. Юми, а какими судьбами? О, Наоки! Да вот отправили в магазин за продуктами. Какое совпадение! Прям как меня. Я вот как раз о тебе думал. Чего? Чего? Извини, ты отличный парень, но на роль любовницы не согласна. Блять, как я не люблю это слово? Да ёб твою ж дивизию. Ай. Да и Миюки. О чем ты все время думаешь? Я твои слова вспомнил про то, насколько ярче Токио. А на самом деле и Канадзава теперь не отстает. И он посмотрел на меня с разочарованием. Да видно же, что... То на пару... Как их там? Кандалов точно тусклее. Да? Кандалов? Может, Кандел? Да какая разница? Но что тусклее, это точно. Я не знаю, что это за слово, но допустим. Кандал? Что такое кандал? Вы знаете, что такое кандал? Я лично не знаю, что такое кандал. И запись началась, да, запись началась. Не, кандал я не знаю, что это такое, ну ладно. Но что тусклее, это точно. Вон, смотри, как звезды сияют. В Токио их бы точно видно не было. Может, сегодня просто ночь особая, когда они отовсюду видны? Ага-ага. Так, все, хватит слов. И звезд тоже хватит. Пошли, а то я уже мерзну. Блядь, ну здесь ошибочка, правда, потому... Ну, здесь немного что-то сбивается, ну ладно. Не, все-таки надо немного подправить игру. Так я не понимаю, что действительно, чем ярче город, тем меньше видно звезд. В смысле, почему? Хорошо. А, мы уже походили? Я дома! Даже из коридора было слышно, как Миюки с мамой что-то яростно взбивали. Кистамеса. Вспомнил Никопару. Я решил не мешать, просто занес продукты, а сам пошел к папе в гостиную. Папа, а мама и тебе готовить не разрешает? Ну да. Но есть за что. В отличие от тебя, я нашу кухню как-то раз действительно дотла спалил. Я, можно сказать, за грехи отцов страдаю. У мужчин в нашей семье только два дела. Слушаться и деньги приносить. Это матриархат уже выходит. С первым у меня пока были проблемы. Давай лучше пивка выпьем. Вон, держи, еще холодные. Серьезно? Бахнем пивка. Не, все-таки юмор в этой игре есть, на самом деле. Вот прям вот идеальный. Мне подходит. А, так я с розовыми волосами. А, сказал бы сейчас кто-нибудь, кто я такой. Ну, герой навыки. Ну ладно. Папа. И он выходит, и он... Это специально написано... Ой, нарисовали так, ну ладно, beer.
А, бег это пиво переводится? А, вот, Шазам Зрифт, бег пиво же было написано, да, в итоге? Давай лучше пивка выпьем, вот, держи еще холодное. Я послушно взял банку. До дна? После глотка папа прям расплылся в улыбке. Ну, рассказывай, что там да как в Токио? Все рассказал вроде. Всегда есть что рассказать, особенно когда мамы нет рядом. Было кое-что, о чем я хотел ему рассказать, но, увы, он точно проболтается. Ну, меня вон повысили недавно зарплату, правда, не сильно больше стало. Зато куча подчиненных, приносящих головную боль. Именно. Знаем, проходили. Но не переживай, на каждом следующем повышении будет все проще. Разве? Мне кажется, наоборот. Нет, это как-то нелогично. Если тебя уже повысили, и тут бац такой, то там еще больше геморроя. Так что не совсем. Почему? Думаешь, их меньше становиться будет? Нет, не обязательно. Просто они умнее будут. А если новые придут, их учить будет не я? А, ну, возможно. А, вот как. А у тебя как на работе, пап? Ну, если честно, наскучило уже. А почему достижения мне не дают, кстати? Папа принялся говорить шепотом. Ты маме не говори, но я собираюсь в другое место податься. После каникул уже буду в другой фирме работать. Чего? Ты же там с 20 работаешь. Ты что, в отца не веришь? У меня все схвачено. А когда маме сообщишь? Ну, через полгода или год. А в чем проблема сменить место работы и сказать, типа, что? Куда ты? Ты ж не проституцией будешь заниматься, в конце концов. Почему? Что он отреагирует? Что на этой работе? Если в черный цвет перекрасит, он на меня будет похож справа. Держи пари, она узнает раньше, и кое-кому, ой, как не здоровится. Хотя даже если каким-то чудом не узнает, все равно не поздоровится. Ну а ты как там? Еще не наскучила? Нет, вроде. Во времена моей молодости менять фирму было очень страшно. Все на тебя как на прокаженного смотрели. А, ну это японская культура, не надо забывать об этом. Ну окей. Но сейчас с этим все нормально. Поэтому как почувствуешь, что выгораешь, даже не думай, просто уходи. Правильно, согласен. Хорошо, так и сделаю. Кстати, а у Миюки как дела? Не переживает, что ты ее уже догнал? Даже если переживает, мне вряд ли скажет. Да, это в ее духе. Твоя мама такая же, все время скрытничает, а потом раз и взрыв. И правда, прямо как Миюки. Мы сделали паузу, чтобы сделать подглотку. Мужской разговор. Кстати, nice. Ты подрос. И покрепче вроде стал. Я вон вслед за тобой тоже зарядку стал делать. Правда, в такой холод я фиг на улицу выйду. А давай-ка проверим, кто сильнее. Хорошо, только давай О, получено достижение. Вот, наконец-то, первое достижение у нас есть. Батя против сына. Если увидели, наверное, вряд ли. Хорошо, только давай банки подальше поставим, а то прольем на татами. Мама нас убьет. Это точно. Чур за стол не держаться. Хорошо. И телом не помогать. Хорошо. По-мужицки, только руками. Хорошо. Понял. Очень странные правила, но я решил не спорить. Я взял папу за руку. Я начинаю. Я окончаю, это была все та же рука из моего детства. Я держал ее по дороге в школу, и обычную, и музыкальную. Его руки всегда были холодными. Даже сейчас, хоть мы и были в гостиной, от нее исходила приятная прохлада. Это несмотря на то, с каким рвением он пытался меня победить. Мне стало немного смешно. Слишком уж весело было смотреть на его покрасневшее лицо. Обычно оно становилось таким, так только когда мама просила его открыть банку. К этому заданию он всегда подходил максимально серьезно, вытирал руки, чтобы предотвратить скольжение, и разминал кисти и пальцы. Потом он обычно кричал: «Одна прокрутка, одна банка!» и резко крутил крышку. Мы же с мамой такие моменты пытались за всех сил не смеяться. Победил! Меньше нужно в облаках летать. А, что? Черт, пока я вспоминал прошлое, он расслабил руку, а потом резко напряг. О! Самураи так не поступают, пап. Победа есть победа, сын.
Может быть, ты и покрепче, но до папиного стратегического мышления тебе еще далеко. Да, ну ты хитер, ну да. Как вы думаете, лучше быть хитрым или сильным? Мне кажется, лучше быть хитрым. Ладно, это банально звучало. Нет, давай еще мы один раз. Мы сражались до первой победы, так что нет. Да, бля, это реванш. Ну и ладно. У них телевизор старый, такой из 60-х годов примерно. Где-то вот так вот. Раздался голос Все мамы. Все закончили. Затем в гостиную вошли вошла Миюки с маленьким Мы тортиком. Мы это для проверки сделали. Давайте пробовать. Давайте. Дегустация всегда готов. Пивка еще хлебанули. Мама зашла, неся поднос с чаем. Мы не сомневались. О, придумал. А завтра мы с Наоки сделаем торт. А решать, какой лучше, будем все вместе. Ну, так окей. Так в этом нет смысла. Вы за свой проголосуйте, а мы за свой. Юме возьмем. Я всегда сужу справедливо, даже самого себя. Ну, а я нет. В этом и проблема. Женщины все такие, да? Значит, я один решу. Ну, хорошо, ладно. Договорились. Давайте уже есть. Торт получился очень вкусным. От него веяло прохладой, прям как от папы. Блин, я тоже тогда захотел Юме, но он дорогой там. По 500 рублей уже стоит. Они раньше так стоили, я не помню. После торта мы решили пойти спать. Несмотря на то, что она весь день спала, Миюки заснула практически моментально. И что неудивительно, не сбросила с нас одеяло. Одеяло, наверное. Не сбросила кого, нет кого. Одеяло, нет чего, точнее, одеяло. Ладно, я с ошибками уже придираюсь, ладно. И что неудивительно, не сбросила с нас одеяло. Интересно, она проснется, если потянуть ее за щеку? Хотя ладно, она же еще не выздоровела. Да выздоровела, в принципе. Я придвинулся поближе к ней и заснул. 28 января... Нет, тут куча ошибок. 28. До 31 декабря все будет, мне кажется, да? Исправить надо было убрать. Соня, вставай. Ярко в глаза. Проснулся? Идем умываться. Хорошо, идем. Тебе сегодня ко скольки, кстати? Чего? У тебя привычка уже, мне кажется. Ну, в офис. А, точно, мы же не в Токио. Конечно. Пошли давай. Я поплелся в ванную вслед за Миюки. Умываться. А потом сейчас завтра как будет. Короче, тут много жара. Куда хотел бы пойти с Юме? Мне интересно. После ванны нас уже ждал завтра. Доброе утро. Доброе. А где папа? Пиво вчера слишком много выпил. Ого. А, ясно. Я тоже. Everyone. Everyone? Приятного аппетита! Какие у вас сегодня планы? Что это было? Какие у вас сегодня планы? Вроде ничего. А, мне отойти нужно будет ненадолго. В магазин с Юмой сторону выбирать будем. О, я с вами. Нет, лучше дома останься. Ты же еще не выздоровела. Микки нахмурилась. Иди со своей Юмой. А мне и с Йошика-сан не скучно будет. Мама недовольно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Подождите, в смысле? Йошика-сан? Ацуки-сан вообще? Не, тут немного перепутано, если честно. Потому что по логике мы вообще про Йошика-сан вообще не говорили. Ее там вообще тут не к месту. Мама недовольно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Да ладно тебе, я быстро, на час, не больше. Потом вместе сходим, прогуляемся, хорошо? Ну ладно. Да не ревнуй ты, ё-моё. Ну ладно, женщина. Что, купили уже? Ты так быстро? Как обещал... Kitten Head. А, тут такие достижения. Как и обещал, вернулся я быстро. Миюки уже ждала меня в куртке около входа. Идем. Погнали, ну наконец-то хоть разнообразие будет. Куда пойдем-то? В продуктовый или, может, в книжный? Тебе мышление такое маскультурное. Без траты денег никак не можешь, что ли?
Да нет, ну просто походите вот в книжный магазин, как вариант отличный, типа посмотреть, какие там все-таки книжки вышли. Почему? Потратить деньги не надо, просто так посмотреть, типа что за книги. Мне было довольно-таки тоже интересно сказать. Я там 2 часа был. Многовато, мы столько там не будем. Без траты денег никак не можешь, что ли? Да нет, просто тупо магазинов. Нечего делать. Вдруг Мьюки присела, слепила снежок и швыкнула меня. И я заболел. Я думала, ты поймаешь. Так, а теперь мне надо... Стоп. Вот так вот сделаем. Вот. Ах ты! Я хотел было кинуть в ответ, но она же еще не выздоровела. Поэтому я решил поступить по-другому. Поймал, не переживал. А, это он говорил. Поймал, не переживал. Меня, снежок! Он Юки, а ты Миюки. Почти одно и то же. Чего? Ладно. Фига себе. То есть я для тебя как снег. Миюки пыталась вырваться, но я не отпускал. На нас смотрят все. Да похуй. Улица пустая. Из окон смотрят. Они заледенели. Ладно, тогда можно, но недолго. Ты обиделась, что я без тебя с Юма за струнами пошел? Не обиделась я. Знаешь же, что обиделась. Ой, да конечно, вот, короче, я это проходил, вот, если честно. Если женщина говорит, не обиделась, это значит, она обиделась в 90% случаев, серьезно. Вот поверьте мне, это вот пройдено, и я не обиделась, ой, конечно. К ним какой-то подход надо определенный, ну, здесь другая ситуация, у меня другие были, ну, ладно. Знаешь же, что обиделась. Ну, разве что чуть-чуть. Ой, да, конечно, разве что чуть-чуть, да. Ну ладно, опять же, это зависит от человека. Но ты же на весь оставшийся день только мой? Конечно. Нет, я планировал с Юмой позаниматься. Дурак, вот тебе. Ай! Миюки засыпала мне снега за шею, когда ты вырвалась из объятий. Ах ты ж... Все, больше никакой жалости. Что ты в ей... Кинул в нее, да? Вам по 10 лет, что ли? Ой, да ладно? Вся одежда мокрая. Вы же вроде гулять ходили, а не в снежки играть. Дурак! Она ж заболеть-то может, она ж только после болезни. Нет. Чувак, если она заболеет... Зря ты это сделал. Серьезно, зря. Я бы так бы не делал. Радость, радость, но тем не менее, здоровье-то важнее, как бы. Вся одежда мокрая, вы же вроде гулять ходили, а не в снежки идите играть. Идите в ванную, я вам сменную одежду принесу, а то еще татами заляпаете. Мне вот одного смущает то, что у нее ноги, или, ну, как бы, под цвет кожи. Ноги под цвет кожи. Короче, штаны, или как это назвать. Короче, она такое ощущение, как будто она без... В трусах, ладно. Но видно же, что... Нету, как бы, белья, ой, ну, как бы, штанов нету. Идите в ванну, я вам сменную одежду принесу, а то еще татами заляпаете. Хорошо. А, вот она. Ха, ну хорошо, хоть футболка налезла. Не смейся! А зачем надо было вот это вот? То есть она тоже как бы промокла, хотите сказать, то есть насквозь, ну ладно. Не смейся. Ацука-сан, а вы не могли бы свою одежду дать? О, Берта Фьюэр Рэпер. Извини, но у тебя грудь слишком большая, точно не налезет. Кому говорю, не смейся! Может, шорты хоть дадите женские? Ай, да ладно, а это его типа... Ну ладно. Извини, но у тебя и попа... Ай, все поняла! Если бы меня женщина такая дебила... Ну ладно. Хотя, знаете, а это даже удобно, нигде не жмет. В дверь позвонили. Видимо, это Юма пришла. Я скажу, открою. Блин, стыд-то какой. Не перед Юми же. Ой, да ладно тебе. В гостиную вошли Юма с мамой. Доброе утро. Ноги, Мию. Ой, а что это за наряд? Смерть тебе смешно, меня нет. Юки теперь рэпер? Ёбичень, какая ты... Правда, не хватает. Но она на рэпера как-то не очень схожа, если честно, поэтому... Блин, а меня напоминает Эли, кстати, вот, Юме.
Вот честно. Почему они, кстати, вот да, я... Сейчас, она в этих, что ли, как их? Я забыл. Ай... Блять, из головы слово вылетело, извиняюсь. Юман, она же носит эти... ну типа колготки. Только не колготки, как они называются-то? Я забыл, блин. Не-не-не-не-не-не, это не колготки или колготки. Нет! Короче, я забыл, простите, я хотел сказать, ладно. Кепки правда не хватает. Ну и фиг с вами. Микки выбежала из гостиной, но тут же вернулась обратно. Лучше не шуметь, а то еще Юджи-сан проснется. И что? Кто же меня в этом увидит? Так, вы двое, марш в комнату Наоки. А то еще Юджи-сама разбудите. Ой, начинается командование. Ну да. Я хотел сказать, что одежда все равно к его пробуждению не высохнет, но я решил ее не злить. О, а вот это передвижение было нормально, мне кажется, в самый раз. Я задумался, насколько сильно Юми должна спрогрессировать, чтобы Канеке-сенсей ее принял. Хотя это было не особо важно. Сейчас, подождите, вот теперь тоже сохраниться надо. Хотя это было не особо важно. Нам ведь все равно нужно просто сделать все, на что мы способны. Так, что-то я отвлекся, хотя это даже к лучшему. Юма, сыграй этот отрывок еще раз с 10-го такта. Ладно. С 10-го такта? Может быть, члены твоей группы будут мотивированы так же, как и ты. Но что насчет менеджера, преподавателя, организаторов концертов и так далее? Наоки, ты совсем не слушаешь? Ну, не знаю, к чему это, в принципе, мысль, ладно. Наоки, ты совсем не слушаешь. Я из-за тебя всю мотивацию теряю. Послушай, Юма, неужели ты так и не поняла? Чего не поняла? Что не нужно зависеть от атмосферы. Даже если кто-то рядом с тобой совсем не имеет мотивации делать что-то лишь бы делать, не должна поддаваться этому настроению. Юма принялась осмыслять сказанное мной. Но... как? Стой! Этот навык для гитариста важнее, чем даже талант. Может быть, член твоей группы будет мотивирован так же, как и ты, но что насчет менеджера, преподавателя, организаторов концертов и так далее? А, вот в чем мысль это была. Никогда не получится так, что все они будут с тобой на одной волне, понимаешь? Понимаю, вроде. Поэтому нужно учиться зависеть только от себя. Ты ведь любишь играть? Да, очень. И этого на самом деле более чем достаточно. А я как преподаватель должен лишь показать тебе основы и объяснить, как идти дальше. Поняла, поняла. Но ты же со мной все равно будешь заниматься. Ну хотя бы до конца этих каникул. Да, не волнуйся. Ура! Похоже, она меня не поняла, совершенно не поняла. Ну ладно, потом поймет на самом деле, что уж тут. Ой. Занятия окончились, и Юма побежала обедать к себе домой. А я решил посмотреть, как там Миюки. Ну-ка. И что с ней? Папа уже сидел в гостиной, они вместе с Миюки о чем-то весело разговаривали. Ну, видимо, весело. Она так сейчас стоит. Смешной позе, что ли, хотел сказать. Ну ладно. Они вместе с Миюки о чем-то весело разговаривали, а между ними лежал фотоальбом. Ой, нет! О, папа, доброе утро, что обсуждаете? Твои детские фотки. Смотри, а это Наоки впервые в детский садик пошел. Как же он плакал, ты не представляешь. Ой, как я плакал тоже! Ой, блин, я как вспомню, да. Это было, я не знаю, это казалось травма. Все, фисец, все. Типа в детский садик пошел. Но сейчас будет смех и тому подобное, да? А почему? Ему не хотелось время на знакомство тратить. Ну, прям как я, да. Прям так и говорил. Я бы лучше один дома посидел, книжки почитал. Ну, насчет книжек нет, я в свое время в Дэнди играл в своем детстве. Да уж, представляю. О, мне кто-то написал, удивительно. Это было сообщение от Араты. Он приглашал меня встретиться. А, блядь, я уже забыл про него, если честно. Мне на свои собственные фото Пельца было не сильно интересно, поэтому я решил согласиться. Меня тут Арата приглашает встретиться, так что я отойду ненадолго. Да-да, хорошо. А, напомню. А вот здесь он где? А, это он.
Перед вами финальная версия меня. А вы фото первых. А, вот. Перед вами финальная версия меня, вы фото первых альфа-версий рассматривайте. Но намек понял. Но все равно финальную версию нужно переделывать. Ну что за люди? Ну и ладно там. Арата. Хорошо, что Арата скинул мне маршрут того, как добраться до места встречи. А то я бы вряд ли нашел. О, Наоки, а ты быстро добрался. Мичио подойдет минут через 10, наверное. Но что на холоде ждать? Давай зайдем. Давай, а это куда мы заходим? Типа, а... Ну это не, это не рядом с этой... С магазином. Продуктовым. Оказалось, что мы пришли в кофейню. А, вот. Мечи... Ой, подождите. Вот здесь тоже сделаю скриншотик, вот. Оказалось, что мы пришли в кофейню. Арата и Мичито, да, надо запомнить. Оказалось, что мы пришли в кофейню. Удивительно, зная Арату и Мичио... А, Мичио. Я думал, это будет, если не клуб, то как минимум бар. Знаю, о чем ты думаешь, но мне сегодня еще работать. И Мичио, наверное, тоже. Давай кофе закажем. И... О! Чизкейк возьму! Я тогда... Я быстро просмотрел меню. Тирамису, смак... Маскап... Маскарпоны... Блять. Ты, как и всегда, выбираешь только новое. Ну да, так всегда интересно. Ой, это же Мичио. Он практически не изменился. А, он не пришел. Он практически не изменился, разве что похудел, стал выглядеть немного мужественнее. Привет, Наоки. Давно не виделись. Давно это еще мягко сказано. Конечно. Вы уже выбрали, что брать? Ренчан. Подождите. Что такое Ренчан? Вы уже выбрали, что брать, Ренчан? К нам подошла официантка. Я бы хотел заказать вас. Официантка хлопнула по голове. Понял, сегодня вы не в меню. Меня там в принципе нет. Рен. А, это знакомый, наверное. Меня там в принципе нет. Мне тогда чего-нибудь такого же сладкого на замену. Американо без сахара и тосты. Поняла. Мне стало немного стыдно. В школе с девушками он вел себя так же. Но он был немного пухлым, поэтому популярностью у них не пользовался. А сейчас он как минимум смог смутить эту девушку. А мне капучино с чизкейком. И латте с тирамису. Хорошо, скоро принесу. Блин, я тирамису ни разу не ел, кстати. Да я даже и не знаю. Дождавшись, пока Рен отойдет... Я начал говорить. Мичио, ну ты даешь, конечно. Я бы за тебя такой и сильнее огрел. Она обычно так и делает, но сегодня я с вами, наверное, поэтому и сдержалась. Ну, рассказывай давай, как там Токио? Ха-ха! Я у него то же самое спросил, когда мы впервые встретились. А что рассказывать? Работаю в офисе, группу... А, я думал, это просто вылезло уведомление, что кто-то играет. А что рассказывать? Работаю в офисе, группу не нашел. Девушка есть, Миюки. Ты ее знаешь. Я так и думал, что вы точно вместе. Вы даже выглядите как... Да-да, горячий лед и холодное пламя. Блядь, тупое сравнение, что-то... Уже слышали, проходили. А как так получилось, что ты группу не нашел? Я даже и не знаю. Все время с ребятами не мог поладить. Ну, да. Тем временем нам принесли заказ. Как ни странно, Мичио получил не экспресс с тостами, а кофе с молоком и шоколадное печенье. Что еще страннее, Рен присел рядом с ним. Здравствуй. Привет, Наоки. Что, не узнал меня? Что? Погодите-ка. У меня сейчас перерыв. Решила с вами посидеть. Рен? Рен? Камацу Рен? Узнал таки. Да, это я. Рен играла на пианино, и у нас в школе был с ней один кабинет, потому что и у нас, и у нее в клубе музыки было мало членов. А, в Японии же клубы есть, точно я забыл. Сейчас. Рен играла на пианино, и у нас в школе был с ней один кабинет, потому что и у нас, и у нее в клубе музыки было мало членов. И Мичио вечно ее дразнил. Мы с ней встречаемся. Ну, да. Ну ничего себе. Она же тебе раз 10 отказывала, не меньше. Главное, не сколько раз отказать, главное, чтобы один раз согласились.
Ну, хз, блин, ну опять же, ну если, не, ну если влюбился, то добиваться так добиваться. Блять, ну хз, не знаю. Это сколько надо нервов потратить на самом деле, чтобы вот добиться вот прям. И вот для меня на самом деле, если девушка отказывает, то я не иду. Поэтому, не знаю, я не вижу в этом смысла. Не знаю, как вы, но... Конечно, есть случаи, когда человек добивался, но, понимаешь, с другой стороны, ты потратишь время пустую, ты мог, например, другого человека встретить в своей жизни. Разве не так? Главное, не сколько раз, главное, чтобы один раз согласились. Расскажите тогда ваши ячейки общества, когда встречаетесь-то, когда встречаться-то начали. В третьем классе старшей школы. Он так меня задолбал, что я решила согласиться. Это, кстати, кофейня Папы Рен. Он, правда, нелюдимый, поэтому почти всегда на кухне. Мне в этом плане повезло, а то мы с ним как не увидимся, он вечно злится. А ты чем занимаешься, Мичио? А ты угадай. Я смотрел его. Выглядит как человек, который сейчас в отпуске. Где-то в офисе? Нет, конечно. Лучше бы там. Глядишь, просыпаться утром научился бы. У него еще и свободный график получается. Нет, вообще никаких идей. Я саунд-дизайнер. А, вот ну как. То есть фрилансер, что ли? О, ничего себе. Кстати, ну нормальная профессия бы тоже бы на такой пошел бы. О, ничего себе. Так он из нас всех единственный продолжает музыкой заниматься? А то! Я тоже удивился, когда он в университет не пошел. А мог бы. Музыкальные направления ведь тоже есть. Такой не по мне, в школе уже достаточно отмучился. Тоже правда. Ну что мы все обо мне? Ты лучше о себе рассказывай. То есть он фрилансер. Ну ладно. У вас же там в Токио не жизнь, а карусель какая-то. Ну да, много всего случилось. Но ты сейчас будешь рассказывать, я так понимаю. Да? Не, хотя подождите-ка. Сделаем вот так вот. Скриншот. Опа. Вот. Ага. Мы разговаривали больше часа. Перерыв уран закончился, поэтому снова остались втроем. Блин, но я все никак поверить не могу, что ты единственный до конца осилил дорогу музыканта. В клубе ты больше всех отлынивал. Ха, есть такое, признаю. Но может, я поэтому и стал саунд-дизайнером. В отличие от вас, за школьные годы мне музыка не наскучила. Трудно, наверное, поначалу было. А то ты не представляешь, как меня родители ты пилили. Ты сейчас смеешься. А я помню, как нам пришлось тебя у нас поселить, потому что они и правда тебя выгнали. Видел бы ты его морду, вся заплаканная такая. Очень смешно. Ой, ну хватит тебе, изредка у всех такое бывает. Ой, да что ты? А вот что я? В общем, Мичио, ты правда молодец. Видимо, много ему пришлось преодолеть, чтобы стать своим дизайнером. Ой, хватит тебе. Хе-хе-хе. Ты не переживай, я и тебя из офиса вытащу. Найду вокалиста, тебя на гитару, еще там пару людей. И пущу вас по стране деньги мне зарабатывать. А вот, ну как. Отличная идея, только за прорату не забудь. О нет, это точно не для меня. У нас с Нацуми ребенок скоро родится. Ёбаный в рот, еще и ребенок, блядь! Ой. А, ну ладно. Стой, что? Я об этом тоже впервые слышу. Вот это вы, конечно, скоростные болиды, блин. А чего тянуть? Мы как минимум двоих хотим. Интересно, а как Миюки сколько детей хочет? Блять, понеслось. Ну ладно. А распланировать там же денег столько всё нужно. Всё схвачено, не переживай. Вы бы оба тоже поспешили. Как минимум жениться. А то убегут ещё. Прямо ой, к сведению. Ой, мне Нацуми звонит. Я побежал. Все, ладно, иди, блять, уже и детей завели, да? Ну, заведут, ну, точнее. Как и в прошлый раз, Арата поспешил домой. Мы остались с Мичио вдвоем. Ну, правда, ее надо было убрать. Ну, ладно. Рен. Вот он, конечно, дает прям как на поводке, не иначе. Да, это точно. Кстати, навыки. Я потом глазам вижу, ты все еще хочешь играть. Так я и играю. Да не для себя, а в группе, настоящей. Нет. А вот и да, я тебя как облупленного знаю. Мой тебе совет, не морозься и не бойся.
Причем не только по отношению к гитаре. Да блин, я бы и дальше пытался, да времени нет. Врешь, время есть всегда. Да нет, в офисе сидишь еще и сверхурочные. Бла-бла-бла, ничего не слышу. Ты же и сам знаешь, время есть. Скорее нет способа его полезно тратить. Ну как бы тут спорно, как бы, чувак. Ты когда таким философом стал? Обычно тебя и одной умной фразы не дождешься, тут прям вал. Да вот поумнел, пока учился. Я принялся обдумывать сказанное им. Ладно, ты прав, наверное. Спасибо за совет. Пожалуйста. Мичио взглянул на часы. Ой, извини, мне работать нужно идти. В смысле? Сейчас же отпуск. Запомни, друг мой, у фрилансеров выходных не бывает. Я же сказал, что он фрилансер. Дай мне, кстати, свой номер. Хорошо, вот. Ну ладно, раз так, то так. По дороге домой я обдумывал слова Мичио. И я вроде их понял, но вот план дальнейших действий в голове не появился. Приду домой, достану гитару, попрактикуюсь немного. Она, конечно, маловато, но это не критично. Здесь? Ладно. Сейчас мы закончим, я думаю. Окей, эту серию. Пошли. Куда? Я оторвался от гитары, взглянул на часы. Куда? Да ужина еще часа два. Ты забыл, что ли? Нас ждет битва. Какая? Пап, ты снова пиво перепил? Мы же вчера обещали торт забабахать. Лучше, чем у мамы с Миюки. Ладно. Мы же вчера обещали торт забабахать. Лучше, чем у мамы с Миюки. Я вспомнил, о чем он. Хорошо, идем. Ты рецепт нашел уже? А то, сейчас увидишь. Ну, погнали туда. Да уж, это было тяжело. С кухни не взорвали. Мы с отцом потратили 2 часа на приготовление такта. Я сильно сомневался в том, что по итогу получилось. Но результат мы узнаем лишь послезавтра. Да ладно. Так, кулинары, мне пора ужин готовить. Раз закончили, марш в гостиную. Хорошо. Ну, погнали. Послезавтра я с нею уже закончу. Наверное, к 4. Что? Послезавтра я с ней уже закончу. Наверное, к 4. У нее родители приезжают завтра. Вот она и ушла. Надо бы ей написать, поинтересоваться. Я достал телефон. Я решил быть лаконичным. Привет. Ты там как? Отправить. Ответа не последовало. Уже 5 минут прошло, а она все еще ничего мне не написала. Надо бы позвонить. Алло? Привет. Я видела, что ты мне написал, но я тут... занята немного. Чем же? Чем, если не секрет? Секрет. Ладно. Какой странный ответ. Она обычно ничего от меня не скрывала. Я, кстати, хотела спросить. Ты завтра свободен? Ну да, примерно с 6. Ему попросилось с ней подольше позаниматься. А послезавтра? Послезавтра я с ней уже закончу. Наверное, к 4. Блять, что-то как-то странно разбросано все, но ладно. Послезавтра я с ней уже закончу, наверное, к 4. Ясно. Приятного вам времяпровождения. Ясно. Приятного вам времяпровождения. Дурак. Миюки бросила трубку. Ай, чего это она? Ну ладно, главное, что, судя по голосу, она не простыла. Ужин готов. Наоки, помоги стол накрыть. Ну, если секрет, то ладно. Ужин готов, Наоки, помоги стол накрыть. Да, хорошо. Давай. После ужина я снова написал Миюки, но она не ответила. Видимо, в этот раз правда сильно обиделась. И засыпать в одиночестве стало как-то непривычно. Зачем она ушла? Могла бы у нас остаться. Подумаешь, родители приехали. Это же не повод меня одного оставлять. Или, может, я и правда в чем-то виноват? Но я же не мог Юми одну бросить, а раз уж пообещал, надо довести дело до конца. Ладно, напишу ей завтра, а сам постараюсь пораньше освободиться от Юмы. А сейчас пора спать. 29 число, наверное, до 31 сюда идет, мне кажется. После еды 30 число, но ладно. Ладно, окей, ладно. Это уже в следующей серии будет... Так что, ладно.
Всем спасибо, ладно, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Никес, а какая-то. Желаю всем удачи. Всем до свидули. Пока. Чего не нажимается-то? Все уже закончили. А музыка все еще... Нет, стоп, не вставай. Сохранить. И все, на этом... Goodbye. Но пока мне нравится, как все идет, поэтому... Ну, правда, чуть-чуть уже затянуто, как мне кажется. Ну, ладно.